присоединяетесь. Малиновый цвет, да. Привет из Чебоксар. Ну что вы рассказываете, как ваш рабочий день уже закончился? Привет, привет. Песня, да, приятная, заводная, такая прям. Малиновый свет упал надолго. Попсня, убирай нахер. Я люблю попсятину. Ничего не вижу в ней плохого. Одесса, привет. Какая длина у твоих ресниц? Знаете, у меня... я слишком длинный... Сейчас, подождите. Слишком длинный не делаю в последнее время. Вот. Ближе к натуральным все-таки. Длина получается... Здесь прям вот 8. А с краю... По-моему, до 13 доходит, если я не ошибаюсь. Нижний Тагил, привет. Обожаю вас, ждала эфир. Здравствуйте, очень приятно. Присоединяйтесь к мне. Думаю, будет что вам интересного сегодня рассказать. Тебе темное хорошо. Спасибо. Кстати, я так рада за сестру, что она наконец-то доехала и сделала себе реснички красивые. Ногти. Привет, красотка, была в Грузии. Привет, мои хорошие грузинки, красотки. Просто я тут недавно подписалась на одну, ну, такие глазищи просто. Я была в свое время в Батуми. Там было очень клево. Как раз теплый сезон. Ждали тебя, спасибо большое. Я думала сегодня, кстати, что поедем в ресторан, вот, с моим молодым человеком, но поездка отменилась, потому что немного изменились планы, и я осталась на домашке, значит, погладила ему пару рубашечек. Давно я этим не занималась, вот, но я делала это в удовольствие. Чем сегодня занимались, вообще, как день прошел у тебя? Вот, рассказываю как раз. Кстати, рубашки, которые постирали, мужские, где высокий состав хлопка, вот у него есть Хендерсон фирма, если сразу не погладить, потом такая жопа, честно, мне пришлось заново мочить. Где парень, покажет, интересно парня посмотреть. Он сейчас на работе, у него и встречи, и работа в офисе, поэтому... Кать, ты пьешь пиво? Нет, кстати, не пью, не могу понять, за что любят его люди. Для меня это горькая, вонючая вода. Не, ну иногда приятно пахнет, знаете, хлебушком таким, но пить горько. В Осетии мы были в составе кубанского казачьего хора, еще когда только закончился конфликт с Грузией. По-моему, Северная Осетия была. На День независимости кубанский хор приезжал, выступал. Из Горного, считай, привет. Так... Катенька, ты такая настоящая, такая красивая, всегда смотрю твои прямые эфиры. Спасибо, очень приятно, приходите всегда, я рада видеть. Безумно ценю тех людей, которые ждут меня и которые любят мои эфиры. Боже, ногти, просто ногти, ну не могу просто. Ты нас развеселишь, мы из Кирова. У тебя вышли новые песни? Ну, пока нет, ну вот «Останься со мной», все недоделанное лежит. Немножко, как говорится, в долгий ящик это все это двинуло. Планируем полететь отдыхать в Таиланд, поэтому кто солидарен в идеях, тоже собирайте по куче чемоданы. Единственное, у меня нет четкой даты, когда все это, собственно, произойдет. Реснички наращиваю в салоне для наращивания ресниц «Малина». Малина Фэшн, вот, я выкладывала пост с девочкой, с Женечкой, у нее уже наращиваю, не знаю, уже, наверное, полгода. Так, про первый сексуальный опыт не буду отвечать, мне кажется, это нескромный вопрос. Так, на личном у меня очень хорошо, год в отношениях. Вот, так что у нас, значит, канал включила сегодня не Муз-ТВ, а жара, потому что Муз-ТВ болтовняк, это дома. Не могу решиться на развод, посоветуй что-нибудь. Ну, что могу посоветовать? А почему не можете решиться? Боитесь или
стыдно перед обществом. Вот если общество вас смущает, то положите конкретный, как говорится, хер на мнение общества, действуйте в своих интересах. Мой вам совет, правда. Счастье – это для вашего личного спокойствия, а не для бабулек на скамейках, понимаете? Привет из Нью-Йорка, привет. Ненавижу гладить руки. Для нелюбимого человека, конечно, мне бы это очень сильно бесило. Вот маник, смотрите, сахарный пальчик мне сделали девочки в салоне Sio Nails. Нарастили вот такую вот длину, просто божественно, мне безумно нравится. Ну и, конечно же, четыре руки сделали маникюр и педикюр. С Тиграном хорошие отношения, совершенно нормальные. Симпатичная девушка, плохо вижу крестик католический. Нет, я православная, просто маленький крестик с бриллиантами надела. Вот, не вкладываю в него такое понятие, что он католический. Капец, ненавижу утюжить мужские рубашки. Я поняла одно, уже обсудила сегодня, что давай-ка, если мы когда-то будем еще стирать твои рубашки, все-таки... полумокренькими я буду сразу. Привет из Коломны. Расскажи о своих фобиях. Чего боишься? Знаете, я очень сильно боюсь мерзопакостных насекомых, пауков. Такое мерзотное, когда по мне, если я дотронусь, это просто жесть. Ну, бывает иногда, когда в темноте идешь по темной улице, тоже немного, как говорится, очкуешь, но я не пускаю в себя эти мысли дурацкие, что за мной идет маньяк, и сейчас все у меня отберет, понимаете? Ногти уже показывала. Трудно было работать в хоре. Вы знаете, в хоре было очень весело, интересно. Мы пришли туда молодыми девчонками, нам было по 19 лет, мы быстро выучили репертуар. Так как мы с Украины, мы хорошо знали украинский язык, репертуар кубанского хора в основном составляли украинские песни, и нам без проблем составляло выучить репертуар, к тому же. Пока не купили, утюгом гладила, хотя там есть и пшикалка, и брызгалка, но рубашка из плотной ткани и хорошенечко замялась. Так, ведущий пока что не знаю. Вот, непонятно там все происходит. Стирать и гладить, это серьезно. Ну, стирать не руками, как говорится, да, главное там поймать, пока рубаха не пересохла, жмаканная вся. Привет из Старого Оскола. Крестик – это значит православный человек. Ну, я особо не углубляюсь вот в эти моменты. Я больше... Вера, как бы, мне кажется, она все-таки в сердце, а такие моменты, как крестик, это все-таки для меня элементы украшения. Знаете, вот и для моей зебры, скорее всего, атрибутика такая, знаете. Кать, ходите на фитнес, посоветуйте, может, кого-нибудь, а что-нибудь. Давненько уже не ходила. Носом очень довольна, безумно. Просто круче намного, чем у меня даже свой родной был. Просто пришлось помучиться. Такая хорошенькая стала. Любовь и забота от мужчины красят девушку. Безусловно, украшает женщину только вот любовь. Мужчины нелюбимые мы, злые, стрёмные, даже если хорошо накрашены. Ничто не вечно под луной. Так, из Краснодара. Ой. Не беспокоит ребрышко. Вы знаете, зажило все очень быстро. То есть равносильно, как ушиб у вас был бы, да, допустим. Ну, не у вас, ладно, у меня. Иметь в виду, что донорское ребро, да. Поболело, первое время было сложно вставать, но... Я не запомнила, чтобы это все было как-то дико, ужасно, неудобно. Вот.
Люблю твои эфиры. Близка твоя жизненная позиция. Спасибо большое, очень приятно. Я с большим удовольствием, если вам интересны мои советы, буду советовать, пишите свои ситуации. Я иногда, если честно, читаю, мне так жалко девчонок, просто с какими людьми они живут. Ты любишь пешие прогулки? Да, очень люблю, но только не в мороз. В мороз я мерзну. Какой тон волос у меня? Каштан, шоколад. Вот, что-то такое. Катя, редко сторис, как ты отдыхает. Как ты отдыхаешь, наверное. Ну, вот, в основном провожу время со своим молодым человеком, моего пока что показывать не готова, поэтому, собственно говоря, что, как могу записать вам сторис. Главное качество, которое бы ты выделила в себе. Знаете, очень большой список. Начиная от потрясающего чувства вкуса, стиля, заканчивая прекрасно сложной фигурой, внешностью и, что, собственно, немаловажно, хороший речевой запас по мне присутствует. Если вы про камни, это на Риану надо подписаться. Я думала, вы про маску, что я сегодня в сторисе выложила. Ты приятная, красивая, спасибо большое. Решила стать, так, не знаю, что тебя вдохновляет. Ну, конечно, меня вдохновляет, если мы говорим про творчество, это выставки, художественные выставки. Меня очень вдохновляет творчество, там, когда я слышу какие-то авторские шикарные песни, приятный клип посмотрю. То есть буквально даже красивая солнечная погода может во мне пробудить желание что-то нарисовать, но это желание очень быстро может перетечь во что-то другое, поэтому... Знаете, меня мама всегда учила, что так, подождите.